Друзья, всем привет! Сегодня разбираем узор для кардигана в стиле бэгги-свитере из журнала Филати. Раппорт составит 2 петли и 4 ряда. У нас будет эффект вытянутых петель и немного протяжек. Я приступаю к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, первый ряд. Снимаем кромочную. Первая петля лицевая с двумя накидами, вернее, с дополнительным накидом внутри петли. Далее изнаночная с дополнительным накидом внутри петли. Повторяем, лицевая с дополнительным накидом и изнаночная, также с дополнительным накидом. Второй ряд вяжем, снимаем кромочную. Первая лицевая, распускаем наш накид. Формируем вытянутую петлю, вторая изнаночная, также распускаем накид и формируем вытянутую петлю. Лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая, изнаночная до конца второго ряда. Далее у нас идет третий ряд. Снимаем кромочную. Первая петля лицевая, вторую изнаночную перекидываем, не провязывая нить при этом за работой. Лицевая, перекидываем нить за работой. Это будет наш третий ряд. И заключительный четвертый ряд мы провязываем кромочную. У нас получается первая лицевая, та, которая под протяжкой, и изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Друзья, наш узор готов. По факту это получается патентная резинка. Очень интересный эффект дают наши протяжки и вытянутые петли. Я думаю, вам понравилась идея. Обязательно забирайте ее в свои копилки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите по ссылке на мой дзен-канал. Там очень много накопилось моделей для вязания спицами и крючком. Друзья, я желаю вам отличного настроения и прощаюсь с вами до завтра.